Is done, was done. Это пассив. По-русски страдательный залог. The office is cleaned every day. Офис чистят каждый день. А вот средство уборки, то есть смотрите, офис это не живой организм. Он не может самоочищаться, а поскольку над ним совершается действие, то в принципе он страдает, и это страдательный залог. The office was cleaned yesterday. Это то же самое, что офис очищали, но только очищали в прошлом. Как будет в будущем? The office will be cleaned yesterday. А ответ через will cleaned безграмотный. Надо ставить be, тогда по-человечески. Сравните актив и пассив. Значит, актив и пассив, смысл тот же самый. А умный человек всегда может донести мысль разными способами. А somebody cleans the office every day. Кто-то чистит офис каждый день. Это вы знаете, это актив, пассив. The office is cleaned every day. Офис убирают каждый день. Есть ли разница? Никакой разницы нету. Somebody cleaned the office yesterday. Вчера кто-то убирал офис. Видите, clean с настоящее, clean the прошлое. The office was cleaned yesterday. Это пассив в прошлом. Пассив is является present simple. Am is am. Склоняется пара done. Clean done. Так, перевод. Was where за прошлое. Clean чистить, invented изобретать, injured повреждать, done делать, build строить, taken. Ну, скажем так, домик построен. The house is, потому что домик это оно, построен, built. Давайте возьмем Сталинград. The Stalingrad is taken, потому что taken, третья форма, to брать. Следующее, скажем, машины. The cars were invented. Машины изобретали. Машины это не киборги, они сами себя изобрести не могут. Past participle of regular verbs is ed. Clean, damaged. Значит, большинство глаголов правильные, они в третьей форме, это причастие совершенного времени. Не думайте, что я вас гружу, просто держитесь, и тогда до вас дойдет. Это являются правильные глаголы. То есть clean чистить сейчас, скажите I clean. I cleaned я чистила в прошлом, а когда домик построен, то the house is, то есть почищен, the house is cleaned. Если домик повредить, the house is damaged. Неправильные глаголы надо выучить. То есть done от чего? От do, build, от build, taken, от take. Смотрите приложение 2.3. Butter is made from milk. Масло делают с молока. Масло, оно не может само сделаться. Надо, чтобы его кто-то обработал. Oranges are imported into Britain. Апельсины завозят в Британию, импортируют. How often are these rooms cleaned? Как часто убирают эти комнаты? I am never invited to parties. Меня никогда не приглашают на вечеринки. То есть, если сказать I invite, это значит я приглашаю. А нам не так надо. Нам надо на чужие вечеринки, чтобы нас приглашали. This house was built 100 years ago. Этот домик построили 100 лет назад. Теперь в прошлое. Was это за одно лицо в прошлом. Were за многих. Значит, смотрите. These houses were built 100 years ago. Эти домики были построены в прошлом, 100 лет назад. When was the telephone invented? Кто изобрел телефон? Телефон? Он не может самоизобретаться. We weren't invited to the party last week. Нас не пригласили на вечеринку прошлую неделю. Если вы скажете we invited, это значит, что у вас была вечеринка. А вечеринка посторонних людей, и туда вас должны пригласить. Was anybody injured in the accident? Кто-то пострадал в аварии на дороге? Yes, two people were taken to hospital. Да, два человека были увезены в госпиталь. Почему были? Потому что они были в затруднительном положении, поэтому их госпитализировали. Was born, were born. I was born in London 1961. Вот по-русски, хоть и говорится «я родились», то в английском считается, что когда человека рождают, это не он рождается, а его родили. То есть дословно. Я был рожден в Лондоне в 1962 году. Это только терминатор может самородиться в активном числе. Where were you born? Где вы были рождены? Первое where где? Where вопрос. Born третья форма от
рождаться. Bear, born, born. Пассив плюс by. Значит, by указывает кем, чем сделано. We were woken up by a loud noise. Нас разбудил громкий шум. А noise MC переводится звук... Кстати, MC по-английски имеет два продвинутых значения. Первое Master of Ceremony, то есть мастер церемонии. А второе Microphone Controller, то есть тот, кто контролирует микрофон в данный момент. Значит, The Noise Woke Us Up. Noise MC нас разбудил. А следующее. The telephone was invented by Alexander Bell in 1866. Телефон был изобретен Александром Беллом в 1876. My brother was bitten by a dog last week. Моего брата покусала собака прошлую неделю. Если вы умудритесь сказать my brother, ну не bitten, а bite, потому что вторая форма, то получится, что ваш брат покусал собаку. То есть видите, как смысл проявляет. Я являюсь репетитором по скайпу с Smart Teacher 197. Я знаю и я строгий человек. Я всегда достигаю успеха. Goodbye.